я еду. В салоне тепло, зашибись. Все, прокатился на автобусе. 180 тенге. 180 тенге, мать его. Велики. Это такая, я чувствую, восточная хитрость, блин. Гостей города обдирать. То есть они-то, конечно, покупают карточку и ездят по этой карточке там по 90 или по 80 тенге, что-то такое. А вот такие, как я, вроде вот один-два раза туда-сюда съездить, я же не буду брать карточку. Карточка стоит 400 тенге. Вот. Я что-то не понял, а карточка стоит или чего там? Короче, блин. Ну, короче, это хорошо так, прям. Стоит. Так, а я сейчас в Байтерек посмотрю и пойду в этот хостел. Ну, Байтерек у нас вон. Все. Я в Астане. Блин. Вот она эта штука. Байтерек. В общем, что я сюда приплелся-то? В хостел. Я уже одну ночь не спал. Ну, сегодня, ладно, отдохну. Может быть, отдохну в хостеле, если я туда попаду. И да, я опять в этом дворе. Вот что-то как-то вот я не помню, как туда попадать-то, в эту дверь. Я так и забрался. О, морда. Правда, тут что-то темно. Но все по-старому. Картинка та же самая. Даже пианино стоит, то же самое, старинное. Ха, блин. Прикол. Ага, не работает. Старинное пианино. Ладно. Пошел в магазин за конфетами. У меня сладкого нету, а у нас тут снежок. Опа. Небо-то чистое. Ну, обидно, конечно. Целый день хлестал, не пойми что. Но в основном снег, конечно. Да. А к вечеру, вот, пожалуйста, хорошо. Зашибись. Только нахрена мне тут вот оно к вечеру надо? Не знаю. Ну, а магазин вон он, по-моему. Вон он. Вон. За вот этим яйцом. Оп. Там кто-то ездит на лифтике. Снег, снежок. Белая метелица. Оба. Вот такой вот смайлик. Казахский. Тюбтейки. Ну вот и магазин, наконец-то. Расстояния в Астане большие. Так что кажется, что рядом вроде магазин-то. Вон она, та вышка. Вот я за ней живу. А вот он магазин. Ну магазин-то здоровенный, конечно. Это типа торгово-развлекательная штука такая. Где-то здесь хавчик. А где хавчик, не помню. Или там, или там. Вот оно. Вода. Вот эта вот маленькая бутылочка. Блин, капец. Если бы мне когда-то сказали, что вода столько будет стоить, банальная вода, я бы никогда не поверил. Вот тоже такие же. Яблочная пастила. Да. Стоит 370. Купил молочка, конфеток. Что-то еще. Это бублики эти, блин. Или как они, сушки. Очень долго выбирал. Я вообще в шоке, блин. Когда вот так долго отсутствуешь,
инфляция плюс, а вообще Астана, это тут дорого. Ни хрена себе, блин. Вообще я в таком шоке, блин. Некультурном шоке. Ни хрена не культурном. Да, жируют они тут сволочи. Но это же цены определяют их зарплату, конечно. Да. Хорошо, блин. Это не у нас там, в Восточном Казахстане. Половина народа выживает. А снежок хорошо так лежит. Чувак какой-то зацепился, охранник. Ряды стоят, а я хожу по рядам. А я ничего не выбираю, в смысле не беру. Может быть, я выглядел нетривиальным образом в плане того, что... Ну, маленько у меня одежда поярче, конечно. Был бы я, как все там, в черном, я бы, наверное, не так заметен был. Но я хожу еще и ничего не, как бы, ну, не хватаю, как они заходят. Пум-пум-пум-пум. И что-то начинают кидать тупо, бездумно. Или уже по накатанной схеме какие-то продукты в свою коляску. Я просто хожу, смотрю. И он за мной так, ты-дын. Я в один ряд зайду. А он так тоже, оба, туда. Я еще в один ряд. И он опять туда. Я думаю, ладно, я обратно. Раз обратно, он обратно. Думаю, блин, чувак, как непрофессионально пашет. Господи, его заметно. Ой. Да, ну, в общем, что-то как-то в Астане не очень. Не, ну это понятно, центр еще к тому же. Центр центра, так скажем. Конечно, тут все дорого. Где-нибудь там на базарчике, наверное, было бы подешевле. Но тут вообще адская штука. Причем всякое барахло народу впаривают в каких-то упаковочках хитрых. Какой-то в коробочке такой курт, блин. Там две куртинки вот таких вот лежит. А, сколько? 2000, блин, тенге. Обалдеть. Курт, мать его. В советское время он как грязи было, просто вот мешками. Он говорит, раньше, чё, надо тебе курт? Хера привезли. Причем это был натуральный курт. Не вот это барахло, что сейчас шарики какие-то лепят с творога. Тогда он был такой, блин, его ешь, аж там морду аж сводит нафиг. Такой, ух! А это творожное барахло какое-то. 2000, два шарика, блин. Охренеть. А тут ничего, конечно, тоже охренеть. Ну, зашибись. А вообще так картинка красивая. Все, в снегу, блин, боже мой. Вот это да. Вот так вот. Ох ты. Это цветочки, вон они, фиолетовые какие-то. Их засыпало, короче. Вон там желтые. Да. Вот такая штука. Жизнь. Что-то как я еду, так холодно. Ну правда, октябрь месяц. Фу, да, октябрь. Ну тепло должно быть. Жара должна стоять. А тут ни хрена. Ни хрена нету, блин. Никакой жары, к черту нет. Все. Зима. Хотя я чувствую. Нет, там по прогнозу я видел, там еще холоднее будет. Че, все что ли, зима? Обалдеть. А то обычно кантуешься, как-то снегом тебя заваливает каким-то мокрым. Домой приезжаешь, оба, тепло. Все, лето началось. Да, ладно. Че, пошли бублики хавать. Бублики, блин. Это, блин, еда для нищих. А что у меня что-то книгу мало осталось совсем? Как бы дожить-то, блин. Там еще кто-то говорит, ты запакуй за 5000 рублей. Ёпсель-мопсель. Ты мне дай эти 5000-то, блин. 5000 запакуй. А потом еще, наверное, на Кадиллаке доедь. Что ты как дурак на этом, на поезде? Ты возьми Кадиллак нормально и езжай в город. Что ты, не знаю, сидячий какой-то едет, хрен знает. Бери Кадиллак и едь, да, правильно.
Ой, блин, диванные бродяги. Когда ж вы переведетесь? А эта штука красивая. Тут вот такой аттракцион. Такой, бесплатный. Ты-дин. Ну, что-то как-то она сейчас неинтересна. Я когда издалека шел, она интересно болталась. Быстро, быстро. А сейчас что-то хрен проймешь. Да. Что-то как-то вяло она. Блин, они специально, что ли, там? Я подошел, они, она что-то заглохла. Что-то как-то не бежит она никуда. О, побежала. Что-то как-то побежала вяло. Блин. О. Ну, так себе. В общем, вот такой аттракцион небольшой. Ну, что, вон, хостел недалеко. Так что. Идем. Идем кушать. Жрать хочу. А холодно, блин, капец. Асфальт замерз. Вот странное дело. Вот здесь вот, ну она даже плитка подсохла. Ну там она мокрая была. А асфальт почему-то не это, не высыхает, он мокрый. Вот на дорогах асфальт. И он покрылся четким таким слоем льда. Прям хороший такой, гладкий, не шершавый. Блин, я в своих кроссовках иду, как я не знаю что, как на коньках, блин. Да даже хуже. Вот это да. Все позамерзло. Да и я замерз. Чего-то. Ухи. Ухи. Так, ну все. Собираюсь. Барахло свое. И я спал на этом же месте. Когда-то здесь спал, японец, помню. Так, вот. Ну, о, кот. Кот, ты что сидишь? Ага. Бухаешь? Вот такой кот. Тут еще один бегает. Вот. За окном ничего не изменилось. Кроме вот там вот написано теперь Джитусу. Ну ладно, пускай будет Джитусу. Ну, Бургер Кинг тот же самый. Ну что ты орешь-то? Что орешь? Это невкусно. А, вот он сидит. Кот. Кот. Что-то все ушли куда-то с утра. Тут всякий, тут был художник. И он тут ваял. Художника тут много. Вот тут что-то вот. О. Ну вот, какие, понимаешь? Тут они куда-то летят. Летят, летят. Диван летит какой-то. Окна. Герман, вы сегодня остаетесь? Нет, все, выезжаю. Вот такой робот у них тут. Ну, тут парень, короче, дал, так сказать, волю фантазии. Когда-то был этот чувак только нарисован. Теперь что тут дофига чего. Назарбаев. Какой-то, это кто, женщина, что ли? О, Путин с Москвой. Та-да-та-да-та, какая-то девушка. Я забыл, как этот парень. Эдди Мерфи, что ли. Какой-то чувак задумчивый, там все черное. Это, говорят, у него настроение хреновое было. Тут какая-то фараоны. Короче, мешанина дикая. Ну, тут как-то вот что-то как-то вот более-менее. Вот эта стена мне нравится. Уже так более-менее стильно. Ти-дин. Вот. Ну, тут Симпсон, душек. Надо сказать, душек. Ха. Вот он тут бабу нарисовал. А, лайфхак, пацаны. Лайфхак заключается в следующем.
Вот так вот. Вот так делается просто и незамысловато. Полипропиленовая труба. Правда, настроить вот эту штуку — это целое искусство, которым я не овладел полностью. Вот. А, где? Это там. Тут какие-то городухи, в общем. Еще какой-то чувак непонятный. А, тут. Ну, тут еще более-менее как-то осталось от прежнего хостела. Ну, более-менее культурный, я бы так сказал. Не знаю, каким чудом. Ну, вот чувак тут нарисовал. Наверное, тут написано «Помылить руки». Вот такая вот штука. Так, это так называемая желтая комната. Ну, в общем, все по-старому, но не по-старому. Тут добавили еще одну комнату. Какой-то фонарик. Раньше вот здесь было, здесь был детсад. Вот это все детсадик был. Теперь они выкупили эту штуку. И здесь какие-то вот такие вот мотороллеры стоят, еще этот. Ну, в общем, свет неохота включать. А где он тут, кстати, включается-то? Блин, тут хрен найдешь. Ой, блин. Нет, это не то. Во. Тут в таком все. Прованс. Типа. Во. Да. Это, в общем, какие-то чуваки нарисованы с девчонками. Непонятные. Кусманчик. Ну, в общем, художник и тут постарался. А, вот тут стена. Вот, тут все в каком-то греческом стиле. Видимо, отталкивался от того самого кухонного гарнитура. Хотя нет, это не греческий. Вот. Какая-то кушетка прикольная. Там лоджия. Вчера был интересный, тут я видел. Вот тут просто был шедевр. Вот здесь вот. Ну, сейчас уже маленькая кучка. Там у нас улица. В общем, что? Наверное, я поеду, что ли. Пацаны, тут такой вот клевый чувак, тоже путешественник. Едет, пожалуйста, вот. Salut et bienvenue à Astana. Donc là on est à l'hostel Nochleg et on va bientôt partir visiter la ville. Voilà. Salut tout le monde. Вот так. What is your name? Audric. Mon nom est Audric. Вот так вот, пацаны. О. Ох, все, я выгребаюсь. Опа. Да. Погодка неважная, конечно. Холодно на улице. Все, я покинул этот хостел. Он сильно изменился, конечно, за эти 4 года. Или сколько там. Надо сказать, в худшую сторону. Вот. В худшую, ну, там все грязно. Грязно жутко. Видимо, этот, да никто не жалуется. Во-первых, они сделали цену ниже. И сюда нагрянули гастарбайтеры. Гастарбайтерам вообще по барабану все. Грязно там, не грязно. Как бы жалобы не поступают, они так к этому привыкают медленно. Сами хозяева привыкают к бардаку. Вот так. Ну, что поделаешь. Бабка хитрая, конечно, в хостеле, ну, вот эта, которая, собственно, чей хостел, наверное.
Ну там вообще-то два молодых было, это их мать, но теперь мать заправляет. Я когда заселялся, я говорю, спрашиваю, сколько стоит? 2000. Нормально, я что-то там вытаскиваю деньги, и так, между прочим, поныл маленько по поводу того, что раньше как-то, по-моему, 1400 было, а сейчас уже две штуки. А она говорит, ну что, ты не 1400, 1500 было, а сейчас 1600. Ну ладно, говорит, ну ладно, хрен с ним, давай 1600. И я думаю, нормально она скинула. А потом на букинг-то залез, посмотрел, а там нету 2000. Там 1600 и есть, вот так вот. Короче, бабулька меня хотела маленько прокатить. Вот, ну, вот так вот получилось. И что-то там как-то у них, вот эти две половины. Получается, эту половину бабулька полностью заняла. Там так, только ходишь. Я сковородку взял, она... Я уже жарю яйца на ней, там все. Она подбегает. А, ты что, мою сковородку взял? Ты что, как ты мог? Я говорю, ты что, мать твою, написано, что ли, где, что это твоя сковородка? Это ж хостел, в конце концов. А, как ты там что-то, чуть ли не осквернил эту бедную сковородку. Яйца поджарил, блин, все. Как, давай причитать там. Что-то вот я не понял этого. Посуды очень мало, она очень старая, там какие-то дикие сковородки, просто невероятно дикие. Не знаю, я бы такую дома не держал, конечно. Вот так. Черт его знает. Ну ладно, хрен с ним. А у нас тут дом правительства, или как он называется, вот этот большой-большой. Сейчас не знаю куда. Пойду погуляю по городу, что ли. Золотые ведра перевернутые. А, не знаю, что это такое. Какие-то министерства. Хотя министерство это вот это. Тут у них велосипедная дорожка идет. И я по ней шлепаю. Там речка, вон мостик. Мне надо через нее перейти. Мост большой. Вот сюда вот. Мостик. Какой-то отчаянный велосипедист едет там. Пешеходная зона. Вон среди дождя и такой сырой, мрачной погоды. Какое-то солнышко даже выглянуло там. Ну, оно так, сквозь дымку. Но все равно радостно. А я решил уже идти пешком. Да. 8 километров, подумал я, ну его нахрен. Что-то меня жаба задавила 180 платить. Ну и меня задавило, и как, знаете, все вселяется без противоречия. Просто не хочу потворствовать этим балбесам, которые эту фигню придумали. А4-1. Странная штука. Как закон области, конечно, пошел снег, мокрый, с дождем. В общем, полдня практически хорошо было. Вот тебе, пожалуйста. Я вышел, дождь. Магазинов ни хрена тут нету, так что мы вот тут на улице тусуемся. Как у них, я не помню. Всякая фигня, вот, блин, даже не зайти. Ну, там пафосные какие-нибудь есть, сумочки продают женские, да еще какой-нибудь фигня. Не пожрать ничего, блин, вообще. Обалдеть. Ну ладно, сейчас постою маленько. Может, подожду. Какая-то тоже пафосная крыша. Но с головой хотя бы есть. Велики тут скучают. Что бы им на Веста не сделать, ё-моё. Они все заржавели нахрен скоро. Тоже электроэнергию, видать, вырабатывает. Вот тоже, вон она. Прикольная штука. Зашел в супермаркет, нашел тут какой-то. И здесь у них такая услуга, чисто для понтов. Вот 30,5 тысяч стоит вот такой наборчик. Ну, типа так это.
Да, понтовая штука. Есть же такие люди. Причем отдел большой. Вон они там корзинки все делают. Обалдеть. Заграничный. Импортерный товар. 2400. 120 грамм. Грецкий орех. Какая машинка, а? Вот это крутяк. Это же москвич, мать его. Красивая штука. Неожиданно. Блин. Да. Прикольно. Просто ящичек. Типа тарный. 5,5. Вот этот 7,5. Это нормально. Просто стеклянная банка. Вот это с крантиком, конечно, да. 24. Матерь Божья. Они уже сосиски затолкали в банки. Вон они, в воде плавают. Или в спирту, хрен знает. Вот побольше. Боже мой. Причем сосиски в банках стоят, блин, прилично. 100 грамм леденцов. Простые леденцы. 1000 тенге. Но они же из Германии. Я купил так и в этом бешеном магазине вот такой вот лаваш. Мини-лаваш такой. 110 тенге. Да. Интерфуд какой-то называется. Ну ладно. Улица Кошкарбаева, 8. А тут у нас вон постелька. Манит прямо. Манит. Капец. Эх, сейчас бы на постельку. Но нет. Идем дальше. Вон там какое-то колесико. Стеклянное. О, мечеть. Большая мечетка. Ничего вот так. Но мне еще 4,5 километра. Какие домики. Синенькие. А нам все туда. Туда и туда. Гранит. Идем сюда. А здесь вата какая-то. Прикольно, блин. А сверху бетон, что ли? Я не понял. А что, так можно, да? Я не знал. Нашел супермаркет. Вроде дешевый. Но здесь другая у них беда. У них нету... Короче, мой рюкзак. Вот кто-то раз положил просто так. Но у них коммунизм, короче. Ключей нету. Как хочешь, так и это, ложи. Вот такой прикол. Ну и тут последние дома уже идут. Прикольные такие. А, их там много. Нет, тут еще маленько. Есть. Дорожка с фонариками. Странно, они арки кирпичами выкладывают. Просто плоски ложат. Блин, а не могли вот они как стандартно это делать? Это ж все обвалится нахрен. Тут даже этот работает. Но я на красный пойду. Блин. Прикольно. О, светофор. Дорога в забор. Нормально. Снежок идет такой, цветочки цветут. Зашибись. А снег идет. У меня от мороза, что ли, от какого хрена, аж навигатор перестал работать. Я его сейчас похлопал по это. Об колено постучал, телефон заработал. Наконец-то. Вон у меня, наверное, час не работал. Не обозначается, вообще ничего нет. Вот, наконец-то. Все-таки старый народный метод. Постучать
кулаком там, как по телевизору. Он работает. Вот так вот. Ну, а мне осталось 2,2 километра. Я где-то там вижу эту дикую громаду сквозь туман. Вот. Где-то она там. Вон там видно ее чуть-чуть. Но вы, конечно, ни хрена не видите, я вижу. В принципе, уже вырисовывается этот адский динозавр, блин. Который ЖД вокзал. Ну, кстати, таких горемык, которые пешком ходят, я тут не один. Тут их до хрена. Вот так вот. Ну, правда, блин, это же капец какой-то. Ну, с меня 190 рублей содрали. И это хорошо, что я попал в какой-то там простой автобус. Есть, которые экспрессы идут, они, как сказать, через одну остановку останавливаются. Ну, короче, пропускают остановки. Не могу понять, почему они дороже. Они должны быть, по идее, они как бы дешевле должны быть, потому что амортизация меньше у этого автобуса. Там цена вообще запредельная. Как в такси. Да. Вот, блин, а. Прикольно. За этим забором живут люди еще в своих домах там. Их как бы прикрыли стыдливо. Ну, их будут сносить, конечно. Вон домик. Тут улица когда-то была вот такая убогая, блин. Вот так вот. Блин. Ура, я почти дошел. Осталось чуть меньше километра, а может быть километр. Сэкономил при этом 190 тенге. На 180 тенге я сейчас куплю баранок или как они там, сушки. Вот так вот. Почти полкило сушек. И на каком-то занюханном автобусе проехаться. Там, правда, мне же сказала девчонка там. Недалеко, блин. Нет, не поверил. По навигатору посмотрел, да ну нафиг, до хостела 8 километров. А потом что-то как подумал, а что 8? Я подумал, я поздно, надо было оттуда сразу идти пешком. Нафига мне это? Вот дебил, блин, поехал на автобусе. Еще и ждал утром, блин, когда они будут ходить. Кретин, блин. 190 тенге. Я не знаю, это в России, по-моему, 75, что ли, рублей. На автобусе, блин. На каком-то вонючем, занюханном автобусе. Эй, вот он, родной. Еще полкилометра, и я буду дома. Ну, может, чуть побольше. Блин, да тут велики есть. Вон они стоят. Блин, был бы я этим компьютерным задротом, я бы как-то сообразил, как их можно взять-то. Я не понимаю вот эту всю херню. Вот. Оттуда можно было сесть на велике, да доехать сюда, его здесь кинуть. Вот и все. Но я подозревал, конечно, что они здесь есть. Но как-то вот я не умею этой фигней заниматься. О, велопарковка. Ну-ну. Оставь тут. Хотя хрен его знает. Я, кстати, вот эту вот какую там. Вот эту вот. Я когда там разделся в этом чертовом ЖД, блин. Посидел, значит, а потом что-то. А, потом девчонка-то подошла, говорит, туда-сюда, что ты тут вещи оставляешь. Ну, в смысле, я отошел, там, велик оставил. Вот. Она говорит, у нас есть камера хранения и все такое. Я говорю, о, здорово, блин. И на радостях сдал все в камеру хранения. Хожу там еще там немного, что-то хожу. Часа два ходил, значит, тудым-сюдым. А потом иду так, о, моя эта рубашка валяется. Ну, в смысле, она висит, как ее повесил. Думаю, ни хрена себе, я 2 часа ходил, а ее никто не взял. Вот так вот. Так что, ну, хрен его знает. Тут как-то вот менталитет меняется в Астане. Тут как-то народ поприличнее. Гораздо поприличнее.